Задача, которая поставлена была перед нашими светянами, нашими представителями, образование в Одессе должно состояться 1 сентября. Дети 1 сентября должны пойти в школу. Все директора школ, получив эту задачу, думали и предлагали свои варианты. Мы выбрали сегодня, остановились на том варианте, который был предложен 81-м лицеем. Мы не можем рисковать здоровьем детей, и организовывая и запуская учебный процесс, мы должны принять все возможные меры безопасности, максимально обезопасить детей от возможности приобрести данную инфекцию. Если с классом по 40 человек, по 30 человек, они будут пополам поделены. В школе был один вход, сегодня их уже здесь 5. Открыты все запасные пожарные выходы. Я думаю, что мы сделаем все, чтобы наши дети, и сделали уже, чтобы наши дети пошли в школу, если не будет ухудшения ситуации, эпидситуации.